Здравствуйте, с вами Вадим Кострюков и урок о беспалатной программе FLUX. Открываем сайтик stereopsis.com FLUX. Здесь у нас кнопочка скачать для Windows, но есть также версии для Macintosh, Linux и iPhone, iPad. Жмем скачать. Программка небольшая. Быстро скачалась. Открываем. Подтверждаем лицензионное соглашение. Ну вот, она у нас включилась и провела небольшую настройку. Во-первых, она сразу определила наше месторасположение. И, соответственно, от него она выбирает время дня и ночи. В настройках Change Settings мы можем подправить свечение экрана днем и ночью. Ну, как известно, днем глаза меньше устают от холодных настроек монитора, а ночью от теплых. Тут же мы можем нажать Change и изменить наше месторасположение, выбрав его на карте Google, то есть просто копируем отсюда выделенное. Ну, грубо говоря, у меня получилось исключительно уточнение. И теперь программа будет загружаться автоматически, и днем у нас будет более холодные цвета монитора, а ночью более теплые. Если вы работаете в каком-либо графическом редакторе, то можете, скажем, отключить на час нашу программу, чтобы цвета соответствовали действительности. На этом все. С вами был Вадим Кострюков. Спасибо за внимание.